Анонс и точно дата выхода 7 серии турецкого сериала «Когда я прятал нашу маму». 7 серия сериала выйдет в эфир 19 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дарья рассказала своей матери о том, что ее брат после ухода мамы спит в обнимку с подушкой и считает, что это его мама. У сестры странное поведение, и она перестала совсем улыбаться. Хандан попросила Дарью дать ей немного времени, и тогда она сможет понять, какая она мать на самом деле. Буран не может понять, как женщине с 3 детьми удалось убедить его отца в том, что она совершенно одинокая. Он считает это самым настоящим безумием. Хандан понимает, что для нее наступило время, когда она во всем должна будет признаться. Бара попросил Дарью, чтобы она поговорила со своей матерью. Хандан должна будет признаться во всем Диндару. Но если она этого не сделает, то ее не сможет спасти и тот ребенок, который на данный момент находится в ее животе. Дарья была шокирована этими словами. Она должна будет подготовить своего брата и сестру к тому, что произойдет дальше. Они должны быть осведомлены о будущем ребенке, а также о том, что натворила их мать. Ведь совсем скоро об этом станет известно всем. Хандан подошла к Дюндару и сказала о том, что им необходимо серьезно поговорить. Но Дюндар попросил Хандан не спешить, так как перед их разговором он хотел ей кое-что показать. Когда он показал свой телефон Хандан, то она поняла, что все кончено. Напомним, 7 серия сериала выйдет в эфир 19 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.